Всем привет, с вами канал GameDop, это игрушка Пентавар, мы тут бегаем по боссам, прибежали уже на третьего босса за сегодня. Какой-то лич. У этого босса нема охраны. А если у босса нету охраны своей, наверное, босс сильный. Так, ну, прибежали мы под бафом, потому что только что босса убили. Здесь было 100 метров. 100, 200, 300 метров пешком пробежаться к этому боссу, и мы уже на месте. Так. И уже босса сагрили. Все быстро, оперативно. Начинаем его бить. Как обычно, дебаф на босса не проходит. Яд не кидается. Так что будем бить просто одним скиллом. Так, этого босса бью по 423. Первого босса бил почти по 500. Второго босса я бил по 400. Этого босса бьют чуть-чуть сильнее. И, наверное, если мы этого босса убьем, я получу 64 уровень. Кстати, за босса много опыта дается. Почаще бы на РБ ходить. Я бы прокачался бы. Побыстрее бы. А не то, что я качаюсь, один уровень за 2 недели качаю. Короче, я думал, босс крутой, но босс полная вата. Смотрите, мы его бьем примерно 2 минуты. Короче, мы босса убили за 2 минуты. Вообще слабенький босс. Так, мне ничего не упало. Камень модификации 2 уровня. Почему он мне не упал? Ха-ха, печально. Мне только упало 63 тысячи бабла, и я получил 64 уровень. Наконец-то. 64 уровень. Так. Что еще? Пойдем еще на босса. Пойдем или не пойдем? Куда теперь, ребята? В город? Мы портируемся в город. Там в сумках, забитых хламом. Так, пока сейчас протонусь в город, пойду посмотрю, возможно, у меня там появились новые скиллы, прокачаю новые скиллы. Возможно, этими скиллами я смогу себе поднять ДПС. Было бы очень неплохо. Ой, что там пишут? Ой. Про моральку что-то пишут. Меня скиллы интересуют. Побежали скиллы учить. Мне надо оф. Всем спасибо за апати. Чувак пишет. Это не я. Один чувак ливнул. Нам бы ДД найти еще 2 штуки. Было бы неплохо. Так, смотрим скиллы. Умение. Не то нажал. Умение. О, 2 пассивки. Одна пассивка повышает маф урон. Так, смотрим. Да. Подняли урон и повышает защиту. Одна пассивка была. Короче, немножко себе ДПС поднял. Так. Так, ну пока собираются, можно пойти в сундук сходить. Твои РБ есть, пишут.
Так, положить. Шлем положить. Ресурсы положить. Которые я собираю на крафт. Крафт кольчуги. Так, это все сундук. Мне угля не хватает сильно, кстати. И древнего угля не хватает. И лака не хватает. И костей не хватает. Короче, мне нужно много ресурсов. Ничего не хватает мне. Так, кусочки на бижу, кусочки на оружие тоже кидаю в сундук, потому что я делаю рецепты с этих кусочков. И тем самым прокачиваю себе начертание. А не, не проектирование прокачиваю себе. Так. Ладно. Короче, все лишнее поскидывал. Сейчас пойдем на следующего босса. И следующий босс будет отдельное видео. Короче, будет по видео на каждого босса. Так что на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Ту-тух.